Установка детских площадок в ауле Бличепсин обрадовала не только детишек. Теперь и родителям будет спокойно на душе за своих детей. Ведь появились безопасные и интересные места, где их малыши смогут гулять и проводить время. По словам главы поселения, об этом жители мечтали давно. Теперь их мечта осуществилась с помощью спонсорской помощи и местного бюджета. В 2013 году, благодаря спонсорской помощи «Южгаз Энерджи», мы первый раз установили вот этот малый игровой комплекс, детскую площадку, так называемую, в центре аула. И детям понравилось, населению, и население, значит, стали просить, чтобы в отдаленных местах, чтобы вот, значит, при возможности устанавливали в разных частях аула. Но все зависело от финансирования, потому как бюджет поселения не позволяет приобретать один комплект, стоит 75 тысяч, поэтому как бы для нас это очень накладно. Но мы смогли привлечь внебюджетные средства, спонсорскую помощь от предпринимателей там, и смогли приобрести две игровые детские площадки, установили. Значит, одну площадку мы установили на въезде со стороны аула Кашхабль по улице Кошева, и второй вот по улице Калинина, где позволяет, во-первых, участок, чтобы был свободен, и неудобие и так далее, которое можно было бы облагородить. Вот эту площадку буквально неделю назад установили, и сразу же и население, жители, и соседи, и предприниматели изъявили желание, значит, свою лепту внести, значит, добавить к комплексу там некоторые комплекты, там, чтобы детям достаточно было, и они, значит, изъявили желание огородить вот эту площадку полностью. На площадках установлены качели, горки, столики и многие другое. Теперь аул Бличепсин заметно освежился. Здесь собирается детвора, взрослые, а также площадка стала и местом встречи для молодых.